Словакии. Здесь очень крутые горы. Я даже не ожидал, что в Словакии могут быть такие скалы, как в Альпах. Вон там ледник виднеется. Но, к сожалению, на камере вы вряд ли увидите ту красоту, которую сейчас вижу я. Потому что это невозможно увидеть через видеоглазок. Только вживую надо такие вещи видеть. Поэтому нужно путешествовать по таким местам обязательно.